Один из моих 15 детей, один из моих 9 сыновей, мой 11-й ребенок, 7-й сын Алексеев Царь Владимирович, на гармошке с Большиного рынка, отремонтированной скотчем, сыграет корабейники. Он осваивает гармонию уже 4-й или 5-й день. Каждый день по полчаса играет. Так говорит, может и меньше. Давай, царёчек. Ну, для 4-го или 5-го дня по полчаса нормально. Но надо побольше, что-нибудь веселое, плясовую какую-нибудь, барыню. Договорились? Да. Вот, всем советую побольше детей. Вот у меня сколько? 9 сыновей, 6 дочерей. Маловато, но ничего, все-таки. Есть кому сыграть для отца. А?